Вице-губернатор Александр Рупель провел рабочую встречу с главами торгово-развлекательных комплексов. Арендаторы и их сотрудники обязаны соблюдать правила согласно заключенным договорам. Сейчас объекты торговли имеют нормативную базу и могут отказывать в обслуживании покупателям, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Во всех торговых центрах есть санитайзеры и разметка. Включено аудиооповещение о необходимости соблюдать меры безопасности. Посетители проходят проверку на соблюдение масочного режима на входах в торговые центры. Рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники департамента потребсферы, полиции и Роспотребнадзора, вправе выписывать протоколы об административных правонарушениях. Организациям грозят штрафы до 300 тысяч рублей, отметил глава департамента потребительской сферы края Роман Куриный. При повторном нарушении организациям и владельцам магазинов придется выплатить штраф в размере до 1 000 000 рублей, а также приостановить работу на срок до 90 суток. При этом посетителям без масок грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. На встрече обсудили возможное поэтапное открытие фудкортов и кинотеатров. По словам Рупеля, ограничения снимут, когда снизится общий уровень заболеваемости и будут соблюдаться все установленные санитарно-эпидемиологические требования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.